Итак, это поездка на трамвае 49 от Балаклавского проспекта до Нагатина. Тут я уже изрядно замерз, ожидающий трамвай. Метель началась, холодно. Но вот, собственно говоря, там вот сначала единичка, а следующий, по моим прогнозам, именно 49-й. Так что сейчас... Я надеюсь, я все-таки дождусь его, не успею замерзнуть. Поеду домой, снимаю. Тут еще карта на пределе, не знаю, хватит, не хватит. В общем, экстрим сплошной. Погода резко испортилась, метель, холодно. Да и я уже продрог на улице целый день сегодня. Это первое, это не то. Он еще к тому же и неисправный. Ну, собственно, я видел, как их тут сцепляли друг с другом. Или сцепливали, не знаю, как правильно. Так, 49-й, да.
номер 49. Номер 16. Вот. Номер 40. Номер... Для выбора маршрута номер 3. Для выбора маршрута номер 39. Для выбора маршрута номер 20. Для выбора маршрута номер 14. Номер 1. Номер 1. Номер 3. Кого? Номер 3. Номер А. Номер 14. Номер 16. Номер 26. Номер 39. Номер 47. Номер 49.
справиться с роботами.
Поездка на 49-м. Вот он. Балаклавского до Нагатина. Вот он, красавец. Ну все хорошо, тепло, замечательно. Только вот, к сожалению, информатор не работает. Точнее, вот отлично работает. Были попытки его включения, но успехом не увенчались. Ну что ж делать, нет в жизни счастья. Так, это вот станция Нагатина. Многократно уже вам показывал шасси. Ну, кстати говоря, этой съемкой я завершил все трамваи, которые здесь в Нагатино, где я живу, ходят. То есть 35-й, 47-й и 49-й. Ролик завершаю на этом. Пожалуйста, подписывайтесь, лайкайте, комментируйте. Все как обычно. До свидания. Всего доброго.